95 лет исполнилось органам Государственного пожарного надзора. Торжественное мероприятие состоялось в амфитеатре в Черкесске. Главным событием празднества стало награждение и поощрение отличившихся в работе сотрудников и ветеранов службы. Мадина Каракетова далее. Даже в торжественный день, в профессиональный праздник, сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС по Карачаево-Черкесии не покидают своего поста, поэтому на празднике присутствует лишь малая их часть. Среди приглашенных гостей – руководители многих министерств и ведомств, силовых структур и, конечно же, ветераны службы. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко. Карачаево-Черкесской республики сотрудниками Государственного пожарного надзора ежегодно проводится большой объем профилактической работы. Мы предотвращаем пожары каждый день. Благодаря вашей работе удается сохранить не одну человеческую жизнь, предотвратить не одну сотню пожаров, а также спасти материальные ценности. Со словами поздравления к сотрудникам органов Государственного пожарного надзора обратились и гости праздника. Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко поблагодарил личный состав за доблесть и отвагу. От всего сердца хочу поздравить вас с 95-летием образования Государственного пожарного надзора. И от себя, и от жителей республики, от всех нас поблагодарить за ту доблесть и отвагу, благодаря которой население нашей республики может чувствовать себя в безопасности, благодаря которой у нас есть возможность сохранять имущество и сохранить наши природные богатства. Поздравили виновников торжества представители МВД, Следственного комитета, представители общественных организаций и по традиции наградили лучших. Отличившимся в работе были вручены медали за предупреждение пожаров, за содружество во имя спасения, 95 лет Государственному пожарному надзору. Ряду сотрудников было присвоено очередное специальное звание. Среди награжденных начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Малокарачаевскому району Рамазан Чучаев и начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Хабесскому и Абазинскому районам Юрий Дауров. Буду стараться и в дальнейшем заслуживать наград. Как-то во имя общества, во благо народа будем стараться, будем трудиться. Жителям нашей республики я рекомендую беречь природу, окружающую среду. Берегите себя и здоровье своих семей от пожаров, от таких чрезвычайных ситуаций. Сегодня, вот, как говорится, удостоился такой чести получить награду. Это медаль за предупреждение пожаров. Горжусь наградой. Поздравили сотрудников органов Государственного пожарного надзора и артисты эстрады, подарив им красивые песни о долге, чести и любви к родине. Мадина Каракетова, Алиба Астанов, Вести, Карачаево-Черкесия.